гости наши. Мы очень рады видеть вас в нашем музее. Сегодняшняя выставка, надеемся, что будет еще лучше укреплять двухсторонние межкультурные отношения между Казахстаном и Узбекистаном. Данная выставка, она приурочена году Казахстана в Республике Узбекистан и проходит также в рамках международного проекта «Шествие золотого человека в музеях мира». В ее программу вошли уникальные экспонаты Республики Казахстан. И вот седьмая страна на сегодняшний день – это является наш братский Узбекистан, город Ташкент, чему мы очень рады. Это при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Эту миссию выполняет нам повезло Национальный музей Республики Казахстан. Те археологические находки, которые были совершены в Казахстане в 60-х, 70-х годах, они открыли мир совершенно удивительной, уникальной кочевой культуры. Культура древняя, культура интересная, она полна сакральных смыслов. Впечатление очень хорошее, потому что детям очень нравится. Даже дети вот сейчас смотрят все это и говорят: ой, как это красиво, ой, как это необычно. Это история. It is very special, it's really exquisite. So this is very good that I'm here. And also your building, your museum is wonderful.